Прилетаем на шахту и бежим арендовывать кирку. К сожалению, все кирки были заняты, и с такой толпой я вообще никак не мог ее арендовать. Я целых 3 штуки пытался. Чтобы не копошиться с обычной киркой, я пошел к главному продавцу Вирт, Сэму Мейсону. Забаштал ему под X4 и взял супер кирку. Теперь бежим к входу на новую шахту. Народу тут, конечно, очень много, и некоторые сразу поставили лавки на скуп. Я забегаю в шахту и несусь на всех парах, ведь у меня скин с нашивкой СиДжея. Я могу быстро бегать. И вот я уже добываю первый камушек. 20 секунд на добычу довольно много, но денег на новую кирку у меня явно нет. Крафт там, кстати, тоже дорогой. И шансы на ее крафт, по-моему, уменьшили. Добываем первый ресурс, и это камень. Не густо, но тоже ничего.